Ребята, всем привет! Сегодня солнечный, классный день. Я готовлю своим ужин. Буду готовить перловку. Это у нас эстафета. Мне передал канал «Липецкая семья» Наталья. Спасибо тебе за эту эстафету. Я буду сейчас готовить перловку и вам показывать. Ребят, вот я отварила перловку в мультиварке. То есть я ее уже приготовила. Поджарю грибочки, лучок с укропчиком. Поставила я уже сковородочку греться. Вот наливаю подсолнечное масло. Сейчас буду жарить грибочки. Я сделаю так вкусно грибы со сливками. Очень вкусно будет. Вот грибочки я уже положила на сковородку. Сейчас они уже будут жариться. Жарятся мои грибочки. Сейчас они хорошо прожарится, и потом я добавлю сюда лук. Еще забыла сказать, что еще и чесночок немножко добавлю. Лук, укропчик, чеснок, посолю, поперчу. И потом еще добавлю итальянские травы. Очень придаст хорошего аромата. И сливки. Жарятся мои грибочки. Еще чуть-чуть и буду добавлять лук. Ребят, уже добавила лучок, сейчас еще немножко прожарится и буду бросать чеснок, укроп, итальянские травы и потом заливать сливками. Добавляю итальянские травы, мы очень любим, много чего готовить с итальянскими травами. Вот дети любят, и в супчик мы добавляем, и в грибочки, у нас много блюд. Сюда я добавляю итальянские травы. Вот и вливаем сливки. Оно со сливками вкусно будет. 10% сливки мы купили. Так, Гена мне помогает. Я камеру держу. Все нормально? Что вливать? Да, вливай. Все выливай. Все выливать? Да. А себе оставить? Нет, все выливать себе ставить. Нет. Сейчас немножко протушу в сливках и все. А, еще укропчик добавлю, простите, ребят. Еще укропчик, но это уже в самом конце. И все, и наша заправочка к перловке будет готова. Уже добавила укропчик. Сейчас перемешаю. Буквально минутку. Протушится и все, я выключаю. В общем, вот такая заправочка. Я вам хочу сказать, ребят, что очень вкусная. Тот, кто любит грибы, советую. Очень вкусно, особенно со сливками вообще. У меня сейчас так пахнет на кухне. Под самый конец еще вот у меня чесночок. Я его брошу так для аромата. Не режу ничего, а просто зарою его там. Ну, немножко пустит запах. Вот так вот. Перловочка наша готова. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь, лайкайте. Всем до свидания. Ребят, хочу передать эстафету каналам. Ну, вы можете выполнять, можете не выполнять, это ваше желание. То есть я передаю, а вы уже смотрите сами, как вам хочется. По возможности. По возможности, вот мне Гена подсказывает. Значит, не могу без неподсказывания. Ну да, ты должен прокомментировать, конечно. Первый канал – это Людмила «Житейские дела». Второй канал – это Люся Самайда. Третий канал – Крис Лайф. Четвертый канал – Андрей Бруно. И пятый канал – Татьяна Обухова. Или Обухова. Вот, может быть, извините, если я неправильно сказала фамилию. В общем, от всех вас жду рецептик перловочки. Всем до встречи, до свидания. Мы хотим посмотреть на ваши рецепты. Может быть, что-то интересное возьмем и у вас.